помидорчик, морковочек, помёшу. Вот такое рагу получается. Это разве не вок? Какой ну вок вот. Сейчас будет? Сейчас какой-то блюд какие-то получится. Макароны сказали, дадут вок какой-то. Будет вок. Сейчас что-нибудь получится. Заебись будет. Вок, мок. Мясо вообще. Мясо, блядь, главное мясо. Да. Ну вот, Серёнь, снимай, пошли. Да. Да, чтобы они там с линями подавились, блядь. Я снимаю. А? Я снимаю. Снимай, ты что правильно делаешь. Снимал перчик? Не, нормально. С рыбным соусом еще не заливали? Нет. Нет, еще ничего не заливаю. Рама, бродин. Сейчас только еще готовится все. Вот такая рагу. Ну там лапши-то чашка полная. Ну ничего, почти. Тут ну, как раз промагнишься. Прям ну, нормально. Ну что, мало начинки, что ли? Да, мне кажется, да. Мяса мало? Да. Да хорош тебе. Полтора килограмма. Еще. Да ну хорош, нормально мясо. Что? Там макарон тащить не пора? Ну, кунчозу. Вообще, да, не макарон. Давай сначала сейчас потомим, потому что кабачки делают. Сначала, да, но обжарить все должно, а потом уже... А вот смотри, там, с лапшой, да? Обжаривать. Прижарить, смотри, кабачок. Никто ничего не прижаривает. На масле, что ли? Все хорошо мешается. Естественный сок. Ребрышки. Прикольнушки. Будешь, возьми, Роман, кусочек мяса. Я попозже. Я попозже. Ну ты мой, ты ему не отдавай, бро. Мама, у меня телефон в другой руке. Карман положи его. Карманов нет. У меня шорты такие обычные. Карман. Одним словом, вок. А? Я говорю, одним словом, вок. Ага. Вот так вок. Так будет вок. Ну. Так заебись будет. На новый сковород. Да. Дровишки там горят, Роман? Горят. Это сковородочка мала. Где помощь дала. Ага, лучок пошел. Как называется, ой-ой-ой, какая вкусняшка. Пипец. А? Это пипец будет как вкусно. Да. Угу. И самое вкусное, конечно же, мясо. Конечно, блин. Мясо не может быть невкусное. Поэтому русских не убьет. Потому что, сука, на колесе от плуга они готовят все. Это пипец. Колесо не колесо, его тоже доработать надо. Ну, это понятно. Что, все выключить? Да, делаем небольшое.